Приветствую всех! Данный ролик подготовлен специально для сайта MashMaster.ru и канала «Все о стиральных машинах». Поговорим сегодня о том, какие пятна отстирывает уксус и вообще, можно ли данное средство применять для стирки. Вот в данном случае у нас тут лежит выпачканная в краске детская пижамка. Значит, как бы я сейчас попробую вот это пятно оттереть. Значит, для этого я воспользуюсь уксусной кислотой 70%. Ну, так как концентрация высокая, я ее развел с водой. Использовал, значит, 2 столовые ложки воды и ложку уксуса. Значит, вот именно этот раствор я буду использовать для удаления пятна. Рекомендуется нанести раствор на ватный диск, ну, в данном случае уже приготовил ватный диск, ну и потереть им, значит, данное пятно. Ну, давайте пробовать, что у нас получится. Данный метод для меня новый, честно говоря, то есть я раньше такое не использовал, но постараемся удалить данное пятно. Так. Очень удобно это делать одной рукой, попробую как-то расположить камеру. Очень удобно. Сейчас я попробую стереть и продолжу запись. Итак, пятно мы удалили с помощью уксуса. Ну, скажу сразу, вот я когда тереть начал, в общем, появились такие неприятные разводы. То есть пятно как таковое удалилось, но разводы, вот эти вот, так скажем, размытая краска вот эта с помощью вот ватки, ну, не удавалось мне оттереть, поэтому я просто-напросто в холодной водичке эти пятна смыл, то есть застирал, и, в общем, остатки краски удалось таким образом удалить. То есть уксусный раствор, он как бы эту краску растворяет, то есть растворяет пятно и делает его легко выводимым. Значит, теперь я планирую, значит, пижамку эту постирать и, собственно говоря, все на этом. То есть изначально поставленная цель нами достигнута, то есть пятно от краски мы удалили. Но хочу сказать, что это не особенно просто, то есть пришлось потереть, но, в общем и целом, данный метод можно считать пригодным. Единственное, что, конечно, если вы попытаетесь на деликатной ткани такое проделать, то высоко концентрированную уксусную кислоту лучше не использовать. Используйте уксус пищевой, то есть с низкой концентрацией, то есть там 5%, да, он лучше подойдет для этих целей и уже точно не навредит деликатной ткани. Если этот ролик был вам полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всего вам хорошего!